Привет, грибники! Сегодня 20 мая, 23 год. Приехала в лес. Некоторое время назад я здесь собирала сморчковые шапочки. Вот, очень перспективные бревна. Видите оранжевое пятно? Вот это именно то, что я хотела найти. Ха-ха. ТСЖ. Как-то выглядит он не очень. Вот. Это вот только-только появился. Это, похоже, прошлогодний. А вот это вот прям то, что надо. Мокренький. Прям в самой нужной кондиции. И размер прям такой хороший. Вот он какой, смотрите. Отличный. Отличный. То, что надо. Правда, в лесу очень сухо. Дождей не было давно. А те, что были, вообще не считается. Прям сухо-сухо. Ну вот, однако ж, вырос. Красавчик. Да, очень-очень много бревен здесь. К сожалению, все пустые. Вон, сейчас расхожу туда. Здесь я смотрю. Ну, похоже, все. Нету пока больше. Это земляника только-только зацветает. Вот бутонов много. И вообще ее здесь много. Тут такая опушечка. Светлое место. Здесь ее много растет. Вот еще один. Но это прошлогодний. И как бы должен быть уже этого года, но его нет. Дерево подходящее, но он пока не появился, потому что очень сухо. Вот еще прошлогоднее. Много-много здесь бревен подходящих. Так что скоро будут. Следующую неделю обещаю дождливую. Вот. Ура! Есть чем заняться.